Сегодня в рамках общественного контроля мы вместе с министром спорта Александром Абросимовым, а также саратовскими спортсменами Сергеем Улегиным и Даци Дациевым посетили самую посещаемую площадку в Саратове возле ФОКа «Звезды». Недавно здесь был произведен долгожданный ремонт покрытия. Однако уже сейчас видно, что он был сделан не совсем качественно. Места ремонта уже отслаиваются. Вызывает опасения, что в ближайшее время это придет в полную негодность. Министр спорта заверил нас, что на следующий год в планах у министерства есть полная замена покрытия. И есть надежда на то, что после этого этот вопрос мы забудем, потому что общественная палата поднимает его уже, начиная с открытия этой площадки с 2017 года, когда она была сделана, и сразу же пошли претензии по этому самому покрытию. Также мы смотрели находящуюся рядом футбольную площадку, где сейчас идет судебное разбирательство по поводу также некачественного покрытия, которое пришло полностью в негодность. Сегодня мы понимаем, что в ближайшее время должно быть решение суда, подрядчик должен будет устранить это покрытие, и на следующий год также должно быть сделано новое покрытие, к которому, как я надеюсь, у нас претензий не будет. Также мы обратили внимание на отсутствие антисептиков на площадке и невозможности доступа спортсменам в туалет. Эти вопросы тоже поднимались, и нам было обещано, что вопрос с туалетами будет решаться, а также на площадке появятся антисептики для соблюдения всех норм и правил, предписанных санпинами.